Эти выходные – подходящее время для ухода за розами. Чтобы продлить их цветение, кустарники нужно подкормить. Розы особенно отзывчивы на органические удобрения. Можно использовать обычный настой коровика или подкормить уже готовым компостом. При этом под куст носится примерно ведро компоста и очень аккуратно по поверхности перемешивается с верхним слоем почвы. Отцветшие цветки после того, как лепесточки осыплются, необходимо удалить. При этом обычно проводится срезка с помощью секатора до хорошо развитой почки. Вместе с тем необходимо удалить отцветшие цветки. Они срезаются секатором до хорошо развитой почки. Как правило, саженцы роз продают в виде привитых растений. То есть корневая система – это растение материнское, которое, как правило, не сортовое, это какой-то из видов шиповника, а верхняя часть – это тот самый сорт, который вы покупаете. И очень часто начинают отрастать спящие почки от подвоя, то есть от не сортового материала, от дикого шиповника. Это высокорослые побеги, и вот от них нужно обязательно избавляться. Лучше всего, если вам удастся удалить его под самый, так сказать, корень, то есть постараться вытащить этот побег, выдернуть его из земли. Аномально холодные ночи этим летом провоцируют развитие мучнистой росы. Внешне это белый налет, который покрывает листья. Розы, пораженные мучнистой росой, вряд ли будут цвести. Чтобы избавиться от болезни, достаточно обработать куст фунгицидами. Опрыскивают растения в сухую безветренную погоду в первой половине дня. После первой процедуры болезнь отступает.